pratica tua. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? La guerra è finita! Cacetto! Un congè quando siamo retomi cucini! Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti! Don Calò è un uomo d'onore! È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò! Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto! Ci rendiamo! Sapete che potete affidarvi di me! Che ne dite, eh? Дон Кало, глава сицилийской мафии. В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Ита! Я тут! Джо! Хе-хе-хе! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Вот и он, МРБ. Корей, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в окопе. А что с погодой париться? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора, и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало, я про него слышал. Правда? А то, я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам потом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что, трахнул пару сицилийских теолог и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и все плевать. Какая страна. Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. А, салют, Чентане.
Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Эй, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой. Ты что? Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Камон фратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Приехали. Да, спасибо. Сдачу не надо. Витор! Боже, это ты! Отпусти его! Так, мы сейчас вернемся. Здрасте, мисс... Это ты! Ты в такой красивой форме! Твоя мама наверняка тобой гордится! А как бедный Сальваторе Монтемаджоре? Как у него дела? Его бедная мама его уже неделю ждет. Сэл пошел во флот, а я в армии. Это разные вещи. Заходи в гости, выпей чаю, Вита. Ты мне все-все расскажешь. Спасибо, но я спешу. Я только вернулся и хочу скорее увидеть маму и Франческу. Такая красивая выросла Франческа. Как ты еще замуж не вышла? Ладно, передавай привет маме, Вита.